перепады температуры и, как следствие, заледенелые крыши. Коммунальные службы ежедневно мониторят обстановку в округе и при первой необходимости выезжают на объекты для расчистки крыш от снега и наледи. Однако полностью очистить кровлю ото льда удается не всегда. Например, здесь, во дворе многоквартирного дома по улице Чкалова, кровельщики физически не смогут сбить с крыши весь нависший лед. Накануне коммунальщики предупредили жильцов о предстоящей чистке сосулек. Попросили их убрать машины с парковки, чтобы им было где поставить спецтехнику. Однако многие просьбу проигнорировали, потому коммунальщики просто не в силах убрать все сосульки с дома. Им банально негде поставить автовышку. В местах, где спецтранспорту ничего не мешает, удается полностью расчистить крышу от снежных сугробов и льда. Делают это только специально обученные люди. На них необходима экипировка и страховочный трос. Сейчас в округе у нас порядка 125 бригад. Это специально обученные, значит, люди. В бригаде находится 3 человека, вот, которые имеют все специальные средства защиты, да, и страховки, которые производят очистку крови. Порядка 7 единиц техники – это автовышки. Там, где есть возможность с помощью автовышки проводить очистку кровель, проводится очистка кровель с помощью автовышки. Значит, помимо того, также проводится очистка козырьков, это входные группы в подъезды. Вот тоже от наледи, от снега. На сегодняшний день в городском округе более 1300 многоквартирных домов. Коммунальные службы планируют полностью завершить работы уже к четвергу. Проконтролировал процесс уборки в Химках заместитель руководителя Государственной жилищной инспекции Московской области Александр Белоусов. Хотелось бы отметить, что в настоящий период времени достаточно сложная ситуация на территории Московской области именно с количеством выпавших осадков, а именно снега. И территории, в частности, городские округа, сотрудники муниципальных служб трудятся практически в круглосуточном режиме и выполняют очень большую роль по очистке междворовых пространств, кровель от снега, от наледи. Это очень такой болезненный момент, и, на мой взгляд, коллеги понимают всю зону ответственности и результаты их работы на самом деле видны. Помимо крыш многоквартирных домов, в округе расчищают входные группы и свесы подъездов. Также снег и лед убирают на зданиях магазинов, кафе и ресторанов.